Всем привет, уважаемые болельщики. Мы продолжаем вас знакомить с новичками футбольного клуба «Тамбов». И сегодня мы пообщаемся с голкипером Георгием Шелли, который перебрался в нашу команду в это зимнее межсезонье. В твоем профайле в интернете написано, что ты воспитанник школы московского «Динамо», а вот уже профессиональную карьеру начал в «Динамо» Брянском. В каком возрасте ты переехал в Брянск и почему выбор пал именно на эту команду? Я воспитанник, так получается, динамовской школы московской. Я приехал в Москву в 13 лет и в 14, по-моему, вот меня взяли. Почему «Динамо» Брянск? Ну, предложили, было предложение уехать из Москвы, попробовать там уже какой-то там профессиональной команде, так как уже с дублем московского «Динамо» не подписывали контракт, и надо было искать что-то. И было предложение уехать в Брянск, на что я согласился. За «Брянское «Динамо» ты дебютировал в 2008 году, и, я так понимаю, дебют был несколько интересным, да? Расскажи, пожалуйста. Первая профессиональная игра в моей карьере – это в роли нападающего. Вышел на 45 минут, сыграл в нападении. Ну, я был третьим вратарем, был молодым еще, 18 лет был, и часто играл в поле. И так получилось то, что тогда не было много болевых, и у меня неплохо получалось, и тренер решил испробовать это. У меня неплохо получилось, я считаю. Да, попал в перекладину. В то время в брянском «Динамо» играл, наверное, один из самых известных тамбовских футболистов Александр Малин. Застал ли ты его тогда и какие-то впечатления о нем у тебя сложились? Тогда, когда я приехал в команду, у меня не было контракта с командой. В то время «Динамо» Брянска вышло в полуфинал Кубка России. И да, это был очень успешный год. Я помню то, что мы с Сашей отрабатывали пенальти, он меня ставил в воротах и говорил: до удара не прыгай, но я, говорит, буду тебя бить, говорит, право от себя в сторону. Ну, не знаю, я с ним не поработал так много, чтобы что-то сказать, но я запомнил то, что он был капитаном и был очень таким порядочным человеком, и было вот приятно с ним вот общаться. В 2009 году брянская «Динамо» спустилась с ФНЛ в ПФЛ, в зону «Центр», и, я так понимаю, ты в том году, наверное, первый и последний раз приезжал в Тамбов, тогда тамбовский «Спартак» играл в одной зоне с «Динамо». Помнишь ли ты это? И вот если да, то запомнился ли тебе наш стадион? И был ли ты еще в Тамбове, может быть, я ошибаюсь? Нет, я не был в Тамбове после, ну, как бы, если не считать сборы, да, и когда я приезжал подписывать контракт, если это не брать, то до я не был в Тамбове, вот, за исключением той игры, когда вот я приезжал. Ну, мне что запомнилось? Я помню будку, где мы переодевались, вот, которые уже говорят, нет, я не видел центральный стадион. Нет же, да, будки вроде, да. А в остальном, что я помню? Помню, что мы выиграли и поехали дальше. Так, вот, не знаю. У меня есть друзья, которые вот с Тамбова, там, с Запорожских, я всегда говорил, там, кроме, не знаю, там, что там вообще, говорю, так, спрашивал. Еще Витя Толстых, я с ним играл, там, помню, так. Больше ничего не помню, если честно, так что сейчас, когда по прибытии в Тамбов, надо будет какую-то экскурсию проводить. А наш администратор Алексей Викторович тебя не подкалывает? Он, нет, не подкалывает. Мне Владимир, тренер мой по вратарям, сказал то, что есть, говорит, здесь человек, который забивал, говорит, тебе гол. Я так сразу такой, я не понял, говорю, кто это. Я потом узнал, что Викторич с углового, да, как я понял, да? Да. Ну, это не страшно. После Брянска в твоей карьере была Балтика. Здесь хочу спросить на такую тему. Балтика была твоей единственной командой, с которой ты приезжал на Кубок ФНЛ, где мы сейчас и находимся. В один из год даже калининградцы занимали третье место. Как ты можешь оценить вот тот период времени, проведенный в Калининграде и в команде, и Кубок ФНЛ? Насколько вообще этот турнир важен с точки зрения подготовки к сезону и вот вообще, в принципе, для футболистов? Калининград – это был очень такой вот приятный отрезок моей карьеры, если так вспоминаю и результат, и коллектив, и город. Вот я реально вспоминаю вот так вот с улыбкой, можно сказать, вот это время. Что касается
Кубка ФНЛ. По-моему, первый турнир был тогда, когда я приехал туда, и вот мы заняли третье место. Я не сказал бы, что сильно как-то отличается, просто, наверное, хотелось бы, чтобы было немного организованнее. Действительно, это как бы командам делает, ну, плюс то, что есть игры какие-то официальные, можно отнестись к ним и подготовиться уже к сезону хорошо. Единственное, что хотелось бы увидеть, качество полей. Я считаю, то, что это хороший турнир, где можно опробовать разные связи и наиграть команду для сезона. В Балтике у тебя был тренером Евгений Перевертайло, который, как я понимаю, потом тебя звал и в Тосно, и в итоге в Уфу. Получается, для тебя это особенный специалист? Да, Евгений Николаевич для меня, как для футболиста, если честно, сделал очень много, и я ему безумно благодарен. То, что Тосно меня звал, и у нас не получилось, да, это было. И даже на тот момент, когда не получилось, я помню то, что написал, я говорю: «Николаевич, говорю, ничего, все нормально, говорю, я даже рад на то, что как бы вы посчитали нужным позвать меня в команду». А потом в Уфу, да, у нас все получилось, и я ей говорю то, что вот почему я так благодарен, то, что вот я всегда стремился попасть в Премьер-лигу, и это было какой-то определенной мечтой, чтобы я это смог сделать. И благодаря ему у меня это получилось сделать, да. Я этого никогда не забуду. Георгий, еще у тебя был отрезок в Красноярском Енисее, но, судя по всему, в то время Енисей был несколько далек, да, от себя последних лет. Тогда, по-моему, команда же вылетела, но ФНЛ сохранил прописку из-за каких-то там других нюансов. После Енисея ты как раз-таки попал в Уфу. Это был своеобразный трамплин для тебя? Ну, как я помню, этот год получился так, что до зимы у нас был отрезок хороший. Мы там сделали, ну, как бы там поменялся тренер, пришел Тетрадзе, и вроде все наладилось, и у нас был хороший результат, помню, не помню, там из 12 игр мы там 10 выиграли, что ли, и одну ничью, одну проиграли, я не помню, но помню, что был очень такой вот хороший отрезок, и после чего я и ушел в Уфу зимой. А потом команда вылетела, да, для меня было это удивление, потому что ребята вроде все как бы остались, и так, ну, я был удивлен сильно, потому что там и футболисты были хорошие, и тренерский штаб был хороший. И почему так получилось, я не знаю, я не могу найти ответ на этот вопрос. Георгий, ты говоришь, что всю жизнь мечтал играть в Премьер-лиге. Помнишь ли ты свой дебют за Уфу в высшем дивизионе? Опиши свои эмоции, что испытал, когда впервые вышел на поле. Когда я перешел в Уфу, получилось так, что первая игра была с ЦСКА, но это был Кубок России. То есть это не Премьер-лига, как бы не чемпионат, а Кубок России. Но в тот же момент я играл в первый раз как бы против ЦСКА. В чемпионате я сыграл против Мордовии, и мне не казалось, что как это большая разница, да, потому что, ну, Мордовия не такая как бы громкая команда была. Плюс в Уфе тоже как бы на тот момент не было такого вот футбольного праздника, только команда создавалась, только переехали на стадион свой. Вот. Но потом вот постепенно я начал чувствовать то, что вот, да, это сильно отличается, и уровень другой, и сама атмосфера другая. Там. И, конечно, там хочется играть футболисту и там, с каждым этапом там двигаться дальше и достигать там новые цели какие-то. Про Уфу хочу спросить два момента, которые, мне кажется, наиболее интересны будут болельщикам. Первый момент – это про Александра Зинченко. Ну, тут, как говорится, грех не спросить, как вот все так получилось, что буквально такой молодой парень сразу же в Манчестер-Сити, и как воспринял тогда команда это, и общаешься ли ты с ним? Я перешел в команду, на тот момент уже говорили про него, там, то, что вот такой вот парень там талантливый, сильно там все, но не получилось немного сыграть, у него были микро какие-то травмы там в конце, но видно было изначально то, что парень талантливый, плюс он очень сильно работоспособный. Знаешь, вот мне кажется, это и сыграло в нем, то, что талантом, а в нем больше, мне кажется, еще и, вот, знаешь, вот работоспособность. Плюс он, ну, с характером парень, который вот не уступит, и видно сейчас даже вот пару дней
назад он играл там против Челси, и они обыграли их, да, не будем говорить как там, что, но сам тот момент, что он там играл, и он решил остаться в этом клубе и доказывать там, ну, это играет там, там на этом уровне совсем другая конкуренция, и когда он выходит в таких играх, это уже говорит о многом. Да, мы общаемся с ним. Вот, в декабре вот, последний раз мы вот, общались с ним. И второй момент, который хотел узнать про Уфу, это, естественно, выход команды в Еврокубок, в Лигу Европы, пусть в квалификацию. Как республика жила футболом в то время? И что больше всего запомнилось из вот этого еврокубкового вояжа? Ну, когда был же такой момент, то, что там какой-то момент случился, то, что Тосно, даже если победит кубок, то они не будут нам в следующем году там участвовать. И мы узнали об этом, то, что если мы занимаем 6-е место, то мы попадаем там, в Лигу Европы. Конечно, когда ты занимаешь в прошлом году там 7-е место, и тут у тебя есть шанс занять 6-е место, улучшить свои показатели, плюс еще попасть в Лигу Европы, это много значило для ребят, для города, для руководства. И все стремились к этому, и все жили, можно сказать, этим. Вот. Но в ходе уже как бы вот этих квалификационных игр я только почувствовал Лигу Европы, когда Рейнджерс к нам приехал, если честно. До там приезжал, там приезжала команда Том Жале, там из Словении, и потом, да, люксембургская команда. И на них не было такого антуража, можно сказать так. А вот с Рейнджерсом, да, там по-другому все ощущалось. Даже дома, и что на выезде я вообще не говорю. Стивен Джерард какой? Ну, харизмой большой. Ну, помимо того, то, что он был великим футболистом, я смотрел за ним, когда мы играли еще в Шотландии. Он не распылялся, и там же стадион у них большой очень, и слышимость тоже как бы не часто ты можешь докричаться до футболиста. И он выбирал те моменты, где можно, грубо говоря, подсказать футболисту быстро и четко. А в остальном он стоял уверенно на своих ногах. Георгий, еще хотел узнать у тебя такой момент. Во всех своих командах ты играешь под 88 номером. Выбрал его и в Тамбове. Что он для тебя символизирует? Ну, не во всех. Я в Брянске играл под 1-м номером. 5 лет даже. Но потом, когда я приехал в Калининград, там не был, ну, как первый был номер занят, там Саша Коленко под этим номером играл. И я подумал, так, какой же номер мне взять. И, ну, 8 вообще в целом как бы связана там и по семейным, и я год рождения 88 года. И нравится мне эта цифра. И так получилось то, что в Красноярск, когда я переехал, тоже был свободен этот номер. И в Уфе там получилось, Шевченко играл под этим номером. И он ушел с команды, и как будто вот как знак. Бери, не хочу. Вот. Теперь хочется уже к делам более насущным вернуться, к нашим дням, так сказать. Как у тебя возник вариант с Тамбовым, и долго ли ты думал? Ну, я вообще был в отпуске. И в этот момент мне позвонил Павел Борисович. Сказал, что есть желание там видеть в команде. Ну, я попросил пару дней, чтобы я подумал. После чего я подумал, пообщался с близкими людьми. Ну, позвонил в клуб УФУ, там решил, хотел поговорить с генеральным директором. Полетел, так сказать, в Уфе, там поговорил с ним. Обсудил все моменты, и я пришел, ну, знаешь, такой момент был сложный, то, что так легко не далось мне это решение, да, я как бы не буду врать, но я считаю то, что я сделал правильный шаг, потому что надо думать о будущем, надо играть в футбол, надо добиваться каких-то целей, да, ну, новый этап все же. Подниматься легко, опускаться сложно, но когда ты опустишься и поднимешься наверх, будет потом легче. Георгий, пару слов о тренировочном процессе, который строится здесь, в Тамбове. Непосредственно уже вратарские тренировки. Что-то новое ты подчеркнул из работы с Сергеем Владимировичем?
Ну, я начну, наверное, с тренировок вратарей, потому что в большей части я работаю с вратарями. Ну, мне нравится однозначно, я получаю большое удовольствие от процесса. Мы все участвуем на 100% в тренировочном процессе. И это заряжает и радует. Что касается специфики, ну, я заметил то, что есть такие очень интересные упражнения на реакции, то, что вот, мне нравится, плюс мы работаем над всеми, но я подчеркиваю те моменты, которые, грубо говоря, там, мне особенно нравятся. Что касается реакции, я вот кайфую, вот, мне прямо вот нравится на много тактов работать, это новая школа, и за границей тоже, как бы, вот я смотрю некоторые там упражнения там в Ютубе, и похоже это. Готовясь к этой беседе, я почитал несколько твоих прошлых интервью, которые были даны в текстовом формате, и вот подметил для себя два таких интересных момента. Тебе нравится регби? Да, сильно причем. Откуда это появилась любовь, и как пристально ты следишь за этим видом спорта? Начнем с того, что я грузин, и сборная Грузии по регби, ну, сильно считается. Плюс в Грузии спорт как бы сильно любят, да, а таких хороших результатов не во многих, да, но если там не брать, я имею в виду командные виды спорта. Вот, и регби, оно похоже немного по характеру, как бы, грузинских, вот, народе, вот, немного похож. И плюс, ну, мне нравится, я стал разбираться даже там в правилах некоторых. Я хожу на игры, когда есть возможность, даже ходил, когда сборная России играла против сборной Германии в Сочи. Это, не помню, какой год был, вот я ходил на эту игру. Но мне нравится, не знаю. Там сильные мужики играют достойно. Почему нет? А что можешь сказать об уровне грузинского футбола сейчас? Вот сейчас мне вот приятно наблюдать за сборной. Они стараются играть в футбол. Что касается именно футбола, вот там есть техничные футболисты, есть сейчас вот молодой футболист, которым вот многие большие команды интересуются, который в Генте играет. Чеквитадзе, может, знаете, может, нет. Ну, мне нравится то, что у них есть сейчас результаты, это, может быть, сыграет для психологии в лучшую сторону, чтобы потом с более такими соперниками достигать хорошего результата. Есть шанс попасть на чемпионат Европы, и надо этим пользоваться, я думаю. Я так понимаю, ты любишь путешествовать. Очень бросил глаза, что ты был в Японии, в Токио. Расскажи, как живет эта страна, и какие места еще тебе, кроме, может быть, запомнились? И вообще, вот такие вот страны, где есть какая-то история, вот большая история, вот, всегда привлекали, и я всегда старался посетить те страны, где есть что-то вот такое свое, своя культура, свой взгляд на жизнь. И однозначно Токио — это из списка тех городов, которые я хотел посетить, и у меня получилось. Я хочу еще раз туда полететь, но мне было сложно там, все же разница во времени, вот мне было тяжело. Есть несколько стран еще, очень хочу сильно попасть в Рио-де-Жанейро, вот прямо вот хочется. Много, если честно, таких городов. Вот Сидни, вот сейчас мы планировали полететь в декабре, не получилось, жене не дали визу. Посчитали то, что она там останется, бросит меня, но думаю то, что мы в следующий раз это сделаем. Георгий, ну и в конце нашей беседы предлагаю тебе сказать пару слов нашим тамбовским болельщикам. Желаю нашему клубу достигать самых высоких целей. Надеюсь, то, что вы, болельщики, будете ходить на наши игры, поддерживать всегда. И мы вместе выйдем в премьер-лигу.